Вот клюшка для начинающих, для тренировки хвата. То есть вот она специально сделана вот такими штучками, для того, чтобы правильно вставить. То есть вот, руки прям ставятся автоматически, вот эти. То есть вот пазы вот раз вставляются. Вот. То есть раз и вставляются. Вот. Раз и вставляются. И сразу получается открытая головка клюшки и правильный хват. И то есть какое-то время человек играет этой клюшкой, тренируется с ударами, а потом переходит на обычную клюшку. Вот. То есть хват, потом стойка. Нормально так, чтобы мяч был между ног. Клюшка примерно в таком состоянии. Выравниваем спину. И дальше немножко замах. И голова все время смотрит мяч. И вот это вот какое-то время нужно отработать для того, чтобы научиться сначала правильно держать, правильно стоять. И вот первые удары, когда делаешь, стоишь все время вот так, поясница отваливается просто. Все время она находится в статике, где-то очень тяжело.